Как на ладони, Леонид Черкесов – самый открытый глава города или, вернее, муниципального образования. Такой титул чебоксарскому градоначальнику присвоили по результатам конкурса «Открытый муниципалитет-2013». Открытый муниципалитет – это всероссийский конкурс органов местного самоуправления. Как отмечено на сайте конкурса, проводят его для того, чтобы привлечь внимание к вопросам открытости деятельности власти и доступности информации для населения. В этом году участвовали в конкурсе 250 муниципальных образований. Самых открытых выбирали по трем номинациям – совет депутатов, администрация и глава муниципального образования. В последней и победил Леонид Ильич, что подразумевает под весьма размытым понятием «открытость», не уточняется. Однако в заявке участникам конкурса необходимо было указывать наличие сайта или раздела на сайте, регулярность освещения деятельности, наличие обратной связи с населением, количество местных СМИ, реальное влияние общественности на принятие решений и так далее.